Но и есть возможность у сталеваров подняться на 9-ю строчку, обойти хоккейный клуб «Сочи». Вот такая локальная задача. Посмотрим, удастся ли череповчанам эту задачу решить. Брюквин бросает и попадает. Выходит вперед бело-голубые на 5-й минуте первого периода. Выход 2 в 1. Брюквин все решил сделать сам и не прогадал. Ну и давайте смотреть. Затем, как развивалась эта атака бело-голубых. Классная передача Ефремова с неудобной руки. Ну и, конечно, шикарный бросок Брюквин наносит из-под Макеева. Алексеев там на дальней штанге открывался. Но, видим мы, что нагоняли его соперники. Поэтому Брюквин все правильно сделал. Бросил и здорово попал.